А компания LucasArts Entertainment представляет. Давным-давно в далекой-далекой галактике «А звездные войны». «А темные силы. Часть вторая. А рыцарь-джедай». Начиная с разрушения второй звезды смерти, Союз повстанцев начал трудный процесс создания новой республики. А используя благоприятный момент для контроля галактики, из остатков империи возникают небольшие объединения со своими собственными армиями. Самой опасной из них является Темный Джедай. Их лидер Джерек ищет легендарную долину джедаев. На этом потерянном поле битвы он найдет неограниченное могущество, чтобы уничтожить мир и справедливость в галактике.